Жители дома номер 68 по улице Степной уже который день находятся в недоумении. Через дорогу от дома началось движение техники на замороженной стройке. Несколько лет на территории ничего не происходило, поскольку договор аренды на данный земельный участок с Алексеем Моховым закончился в 2019 году. Он загнал технику, мы думали, что он сейчас как раз будет там вывозить свои остатки, стройматериалов, что у него там осталось. Так нет же, он начал копать 4 метра глубиной, опять... Появился котлован. Во время прошлого строительства нагловатый сосед доставил большие неудобства жильцам многоквартирного дома. Они не только в местную администрацию, но даже в суд обращались, поскольку в ходе работ были повреждены коммуникации, и дом остался без водоснабжения. И это лишь одна из неприятностей. Вырыл глубиной 6,5 метров, он тронул грунтовые воды. То есть там 2 года стоял вообще просто болото. Обрушилась дорога, обрушился забор, все ушло практически до отмостки нашего дома. И когда уже такие большие глобальные разрушения пошли, уже тогда администрация отреагировала именно запретом на дальнейшую деятельность. При этом опытный делец даже пытался поставить на кадастровый учет подпорную стенку. Такие махинации проворачиваются для того, чтобы потом заявить: у меня объект незавершенного строительства, поэтому я имею право на арендуемый земельный участок. Также предприниматель постоянно менял планы по объекту. Он решил, что у него будет магазин, потом кафе детское, несколько жилых этажей. То есть у него были свои задумки на этот участок, хотя по разрешению у него было одноэтажное здание. Что теперь происходит на участке, непонятно, ведь по решению суда Алексей Мохов должен был рекультивировать землю, освободить ее от ограждения, вагончика и строительных материалов. И поскольку регистрация подпорной стенки как объекта недвижимости произошла уже после того, как закончился договор аренды, администрация района через суд доказала, что действия предпринимателя были незаконны. Буквально 2 недели назад прошло заседание. Но сейчас дело находится на апелляции, а котлован между тем растет.